Привет, друзья! Представляю вам обновленную версию Kaiser Justice. Мое отношение к Kaiser отрицательное, потому что они с Алиэкспресса продают отбраковку, и поэтому обзор будет через призму моего негативного отношения к этой фирме. Я постараюсь быть максимально непредвзятым, но, соответственно, делайте на это скидку. Так, значит, Kaiser Justice. У меня уже был обзор на эту модель. Значит, первого выпуска, так скажем. И вот я себе выменил новую модель. Почему? Потому что я, конечно же, не рискую заказывать Kaiser на Алиэкспресс, потому что я уже сказал, почему. Но мне нравится их штатный дизайнер Азо. Вот. Он мне нравится его дизайн. И не то, что я как бы фанат этих легенд и собираю их. Просто если один дизайнер делает несколько удачных моделей, то хочешь не хочешь, а будешь его отслеживать. Ну, точно, не его отслеживать, а как бы ты понимаешь, что вот тебе нравится модель, и опять этого же дизайнера. Ладно. Значит, Kaiser правосудие. Правосудие продано, как говорится. В общем, давайте пройдемся по ножу. Пройдемся по позитивным моментам, по негативным. И сравним его с первым выпуском. Значит, сразу скажу спасибо большому хорошему человеку, который со мной разменялся. И сразу, наверное, вы заметили, бросилось в глаза, что плавник изменен. Плавник изменен у бывшего владельца, значит, я так понял, крупные пальцы, поэтому ему... Вот он был такой же, с таким крючком, с этой стороны тоже. И ему было неудобно, видимо, хватать. Ему нужно было вот целиком палец положить на вот таким вот образом. Поэтому он себе вот сточил. Ну, попортив при этом покрытие, будем с этим, конечно, чего-то думать. И заполировав плавник, убрав ему еще и насечку. Вот, ему, наверное, он говорил, что ему так удобней, а ну, мне хуже, потому что у меня соскальзывает палец. Поэтому мне придется либо насечку нарезать, либо вообще, я думал, может быть, отказаться вообще от плавника и сделать его просто вот таким. Ну, посмотрим. Это как бы в будущем. Так, значит, из позитивного. У нас появился Black Wash. На первом выпуске было две модели. Одна со светлым клинком, вторая с черным клинком. И там была краска, насколько я помню. Здесь появился Black Wash. И на черном клинке вот такой интересный серрейтор. Мне как раз интересно было попробовать вот такой вот серрейтор. Почему? Потому что ну, он нестандартный. Он позволяет оставить большой клинок, которым можно и построгать, и поработать. И в то же время у вас есть несколько зубьев для того, чтобы чего-то там подхватить, там, если что-то соскальзывает. Например, старая история, которая приключалась не с одним человеком точно, потому что вот лично мой товарищ себе так располосовал палец. То есть у него выточенная в зеркало режущая кромка, которая бреет волосы. Он начал срезать стяжку, у него случилось давление такое, и когда он стяжку разрезал, ему этот палец ударил и расфигачил ему палец. Вот. Вот этот серрейтор как раз позволяет вот эти вот стяжки все подцепить, и, в общем, это интересная штука. Это в первую очередь, что мне было интересно, и один из моментов, почему я, собственно, и выменил его. Вот, и также из обновлений появилась ми-карта. На предыдущих версиях была бежевая G10 или такая серо-синяя. Здесь у нас ми-карта. Вот, механика у нас прекрасная, что не всегда у Кайзера бывает, но в данном случае хорошая. Ну, давайте, не хорошая, а прекрасная. Немножко осевой покоцанный у нас, потертый, но нож со вторички. Ну, конечно, уже далеко не заводского, как видите. Вид у него. Вот, ми-карта такая засаливается, и ми-карта очень качественная, что удивительно, ну, то, что не часто встретишь на ножах китайского производителя, потому что есть прям совсем такая... Ну, в общем, большинство ми-карты, которые у китайского производителя, она с дефектами какая-то некрасивая, здесь вот такая прям качественная, как советский текстолит, в общем... Вполне качественная вещь. Вот. Теперь, значит, давайте по, скажем так, начнем с небрежностей. Значит,
предыдущий выпуск был вот с таким шпеньком. То есть это был спланированный шпенек, и он был очень удобный. Здесь у нас идет стандартный шпенек, уже не такой красивый, как там, ну, в общем, аномальный. Мало того, что он светлый, он еще и не спланированный. Так, я хотел показать вам. Вот смотрите, есть ленд такой, который стоит там, не знаю, $20, меньше даже. Вот смотрите, какой у него шпенек. Все четко, и вот как раз такой шпенек должен быть вот здесь, как на первом выпуске. Но здесь, вот видите, какой-то совершенно не отсюда этот шпенек, как будто его, ну, аномальный, на мой взгляд. Вот, смотрите, кстати, здесь вот дешевый нож, он весь тоже в черном. Вот мы возьмем, допустим, еще один СРМ-ку, она тоже вот вся черная. А здесь клин черный. Это все небрежность. Я не считаю, что это косяк, это небрежность в дизайне, небрежность в изготовлении. Это очень, на самом деле, печально, что, ну, такой подход, типа, отвалить. Значит, шпень не спланированный, шпень стандартный, и он светлый. Значит, осевой у нас тоже светлый, лайнера у нас светлые, винты у нас светлые, но при этом клипсы у нас блэквошенные, и винты на ней тоже черные. Ну, то есть, вот так. Спейсер снимается, кстати, со стеклобоем. Можно без него собрать, и я его сниму, потому что он становится легче без спейсера. Так, ну вот, это у нас небрежности в дизайне. Ну и недостаток у нас тоже имеется. Я думаю, что это как раз и есть, ну вот, отбраковка. А именно, то есть у нас здесь вот такой вот ход. Изначально я подумал, что это не совпадение шарика детента и углубления для него, поэтому он как бы ходит. Не вижу в этом проблемы вообще. Но проблема в том, что если его открыть и отжать лайнер, у него... То есть у нас не совпадает диаметр осевого и отверстие в лайнерах. То есть, как в нонейм репликах, которые продаются на Алиэкспрессе. Ну, блин, это прям низкий сорт. Мне кажется, что это, ну, небрежность, или скорее это брак. Я вот все-таки считаю, что это брак. Ну, давай, хотите, пускай это будет небрежность исполнения. Опять же, ну, вот так. Значит, когда нож открыт, он никаких люфтов нету, потому что лайнер распирает его, он затыкает, и вот этот, так скажем, нивелирует вот эту вот... несовпадение, вот этот неточность подгонки, и тут все жестко. О, ну, это я задел пальцем. Вот, тут все, никаких люфтов нет. Ну, вот так. Ну, в принципе, все, наверное. Значит, мне нож просто пришел без коробки, без всего, поэтому я даже не знаю, как он поставляется сейчас. Я вот получил только нож. Ну что ж, вот так. Давайте пройдемся еще раз, разберем. И порежем, построгаем. Да, нож тупой совершенно. Я еще так подумал, ну, нормально, серрейтор вроде такой острый. А потом раз посмотрел, а нож, ну, затупился. Сталь у нас N690. Ну, видимо, куда-то попал. В принципе, ну, соответственно, для ножа со вторички, опять же, я не вижу в этом проблемы. Но видите, вся режущая кромка у нас блестит. То есть вот это все место, оно затуплено. Ну, не беда, заточим. Так, ну, наверное, все. Давайте разберем, порежем, построгаем, для того, чтобы вы смогли сложить свое мнение об этом ноже. А, стоп, я же по ТТХ не прошлись. Так, давайте сравним его с крысой для понимания габаритов. Вот так. Вот так. В руке нож очень удобный, хорошая штука. Вопрос, ну, к дизайну вопросов нет, вопрос к изготовлению. Ну, такое, небрежности всей. Так, режущая кромка, если от серрейтора мерить, то есть от начала рабочей области больше, если мерить только режущую кромку, хотя мне кажется, что это некорректно, то она вот меньше становится значительно, чем у крысы. Мне кажется, что корректнее мерить вместе с серрейтором. Так, ручка у нас, наверное, такая же, как у крысы. По толщине она даже чуть потолще, чем моя тюненная крыса. Так, весит он 139 грамм вместе вот с этим стальным спейсером. Спейсер стальной, тяжеленный. Если его снять, он, по-моему, грамм
10-15 он убирает. Точно не вспомню. Вот, то есть сделаем полегче, но заводское, вот он 139 грамм. Толщина клина я намерил 3,1, сведение 0,5 вот здесь вот в основании серрейтора и 0,6 на кончике. Сведение очень хорошее, на мой взгляд, потому что ножи с серрейтором, они очень обычно толсто сведены. Так, относительно серрейтора еще, возвращаясь к тому, что вот он маленький такой, значит, обычно, что мне еще интересно было, вот обычно серрейторы вот такого плана, то есть они, ну, больше практически пол клинка, и рабочей области очень мало, именно там строгать или там что-то поработать, именно много пилы, приходится работать именно пилой, поэтому мне хотелось именно попробовать вот, хватит ли, насколько вот интересен маленький кусочек серрейтора, а не как они там бенчмейды любят пилить на пол клинка. Вот. Ну, давайте разберем. И порежем, построгаем, для того, чтобы вы смогли сложить свое мнение об этом ноже. Откручивается без проблем. Фиксатор, может быть, и был, но был синий. Да, по-моему, был синий. Он обычно так, его еле видно. Так, здесь у нас все на восьмерках. Это хорошо. Ну, разборка прекрасная. Ничего не зашкварено. Я так понимаю, что он свеженький. Фиксатор синий присутствует в винтах. Так, давайте выбьем осевой. Он вытаскивается. Присутствует антипроворот. Так, ну давайте снимем чик. И карточка, вот ее видно, что она качественная. Так, ну вот винт, облегчение, полная втулка, не без пустот. Так, здесь у нас, ну в общем, все красиво. Керамика. Керамика в пластиковой обойме. Нестандартная. Обычно они черного или белого цвета. А здесь, о, смотрите, как здорово. Наконец-то они научились нормально подгонять. Хоть и немного неровно все это. Но они, видите, отполировали отверстие, углубление. За счет этого... А, слушайте, здесь похоже вообще... Ну, не знаю. В общем, смотрите. Ход хороший. Здесь, кстати, вот этот косяк остался. Ну, собственно, я не считаю, что это косяк. Керамический шар детента. Присутствует выработка небольшая. Или я не вижу. Не особо. Ну, нормально, в общем. Так, вот спейсер мы снимаем, и можно собрать без втулок. Кстати, я хотел немножко выгнуть замок. Ладно, в общем, показывать больше нечего. Все тут видно. В общем, все, что я вам показал, значит, антипроворот у нас реализован в лайнере. Ну вот, собственно, давайте соберем.
Так, давайте немного построгаем. Я уже поработал с этим маленьким серрейтором. Мне очень понравилось. Вот и серрейтор есть, и есть область, где можно поработать. Значит, заточка у нас тысячный алмаз и керамик. Просто на руках. Так, березовый черенок и сосновая доска. За счет того, что я срезал плавник, можно перенести... Да, кстати, кто не видел, можно перенести руку на это место. Соответственно, я могу схватиться максимально близко к рабочей области. Ну, режет вообще отлично. Просто супер. Так. Все работает нормально. Давайте немножко черенок построгаем березовый. Здесь просто сучок, я не хочу на него попадать. Давайте вот с этой стороны. Так, ну, в принципе, все. Мне нравится. Мне нравится, как работает. Несмотря на то, что заточка у нас не идеальная. Я, повторюсь, на руках ее заточил. Сведение хорошее, режет хорошо. Рабочей области достаточно. За счет того, что нет плавника, я его срезал, то есть возможность перенести руку поближе к режущей кромке. Стоит ли срезать? Нет. Решает каждый сам. У меня он просто был порченный. Вот. Ну, нет смысла проверять заточку, но вот. Надеюсь, каждый смог сложить свое мнение об этом ноже, хоть он и не в стоковом состоянии теперь.